еще можно было выпустить пар и найти какую-то альтернативу. А потом появилась Дота, ребята. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видос канала Мармаш. Это первая драка. Ох, драться это плохо. Давайте посмотрим, что ж там было за драка. Это чего? Вообще... Драки это плохо, ребят. Признаться честно, я не... Только защищаться это хорошо, это понятное дело, но самому начинать драку это... Ненавижу драться, но при этом в юности дрался частенько. Понимаете, или меня, Мармаш. Или же бил я, мне это однофигительно не нравилось. В случае, если били меня, тут все понятно, это больно и обидно. Но даже если я выходил победителем, все равно какой-то неприятный осадочек оставался. И хорошо, если ты просто отделался фингалом. Но был случай, когда я сломал себе запястье, был случай, когда мне с ноги сломали челюсть. Да так, что она в итоге не прав. Правильно срослась, и теперь я не могу нормально полностью открыть рот. Эй, да блин. И один раз мне расписали лицо так, что я... А мне с носом такая проблема. Вот у меня с носом такая проблема, теперь я не могу нормально дышать. Мне теперь всегда соплю. Когда я дышу, мне вот этот звук, меня раздражает. Что похож на Олега Монгола. И все это из-за довольно популярного, но откровенно тупого совета от одного взрослого. Максимка, ты этих пацанов зря боишься. Ага, блин, их же целая толпа отбитая. Вы что, угораете, что ли? Ну и что? На толпу лезть нет. Если один на один, то еще какой-то смысл в этом может быть есть. Ну, толпу лезть, это какое-то безумие. Ты, ты одному из них, который у них типа за главного, ты ему просто пропиши всю похлебку, и все, остальные разбегутся как шакалы. Не всегда это так работает. Че, правда? Правда. Неправда. Никто из них не разбежался, и отпинали меня толпой тогда просто на отличненько. Ну, такое тоже случается. Да я понял уже, спасибо большое от всей души, блин, ага. И будучи подростками, мы вообще часто махались. Просто потому, что не понимали, как еще можно было выпустить пар и найти какую-то альтернативу. А потом появилась Дота, ребята. Дота, вот, играйте в Доту, если хотите выпустить пар. По реальному бою. Лучше так. Потому что тогда не было спонсора сегодняшнего ролика, небезызвестной RPG-игры Raid Shadow Legends. Реклама это хорошо. Значит, автор покушает. Блин, давно, кстати, за чашку не доставал. Вот, автор покушает. Я уже покушаю, ребят. 1 000 000 подписчиков. Я знаю, что я задолжал вам ролик один день глазами Майни. Скоро будет. Или он уже вышел. Не знаю, когда выйдет это видео. Но он будет, потому что вот так получилось. Я уезжал в Киев. Не успевал все смонтировать. Но скоро будет. А мой путь уличного бойца, кстати, начался с того, что меня унизили перед всем двором. И помню я это во всех красках. Это был такой август 97-го года. О, я уже, я на родился секундочку, тогда. Не детсадовец, уже почти школьник. Это поэтому, только родился. Ну, знаете... Жизнь повидал. При этом за 7 лет своей жизни я еще ни разу ни с тем не подрался. Зато насмотрелся боевиков с Ван Даммом. Не отступать и не сдаваться, кровавый спорт, там, самоволка. Ну и в целом решил, что ничего сложного, я тоже так могу. И вот тусим мы с пацанами у дома, и вдруг прибегает паренек с соседнего двора. А с ним какой-то коротышка. Это, короче, пацак с моего подъезда, прикиньте, ему 5 лет, а его вообще все боятся, у него кличка Терминатор. И все такие... Да ладно. Да, ну ты попробуй с ним подраться. Я на него смотрю, он ну прям ниже меня на голову. Чё, мне его бить? Мне его... Ой, зря, походу, быканул. Его, что ли, бить его? Терминатор. Визуальный юмор. На. Я прикладываю руки к носу, а на них кровь. Короче, карманный терминатор одним ударом разбил мне носяру. К моему удивлению, никто с меня не ржал, не издевался и даже не дали обидного прозвища, что поразительно. Но вот чувство, что мне надо реабилитироваться хотя бы в своих глазах, меня не оставляло. Поэтому следующие несколько лет я только и делал, что с тем-то дрался. На улице, в школе и, господи, один раз даже в гостях на детском дне рождения. Что? Вот заняться нечему, блин, Мармаш, алло, зачем? Не надо. Я удовлетворение от этих стычек. Ненавижу. Да вот, что-то как-то нет. И только в более-менее взрослом возрасте до меня дошло, что эти драки были своеобразной попыткой доказать тому 5-летнему пацану из прошлого, что я не слабак. Но с этим осознанием мое мышление резко изменилось. Конечно, не всегда все можно решить словами, и это факт. К сожалению. Кто бы там что ни говорил, но это не значит, что не стоит хотя бы попробовать. Вот так вот. Максим, посмотри на меня. Ну-ка покажи свой фингал всем. О, какой красавец. Последний фингал в этом тысячелетии. Их еще будет много. Спасибо тебе за просмотр, дружочек. Ух, бандюган, бандюган. Подпишись, пожалуйста, на канал. Ну и на второй канал. Блин, ну я вообще не люблю.
вообще против всякого такого насилия. Понятное дело, что невозможно всегда обойтись, опять же, только словами. Он прав в этом плане на 100%. Но, знаете, что я скажу? Лучше носить какие-то средства для самозащиты. Особенно в особо крайних случаях лучше использовать их. Или бег. Потому что кто знает, что у других, особенно когда, знаете, еще дети, понятно, где-то просто руками чаще всего, кулаки, ну, да, навредить все равно очень можно, очень, очень легко на самом деле. Но кто знает, что у всяких дурачков в кармане и в голове, поэтому будьте аккуратны, ребята, никогда не быкуйте на таких людей. Лучше пытайтесь как-то все это, типа, да-да, и уйти. Или уйти, или убежать, или... А что-то с собой носить, то, что поможет как-то скрыться с его взором. Вы, надеюсь, понимаете, о чем. Все, ребята, всем удачки, ролик хороший, всем пока.